А по работе? Ну, а мы-то просто так стоим, нам делать нечего. Звонят, говорят, срочно привези. А, ну это оно понятно, да. Пошел нахер! Дави его! Снова территория беззакония. Снова у нас пробки вот такие вот. Запустили эту дорогу, закрыли дорогу. Режим работы светофора переделали. И теперь мы встаем в два ряда, и третий ряд тоже встает. Все вот эти вот охреневшие, которым надо чуть-чуть быстрее, чем нам. Ну и вот. Вот и скорая, пожалуйста.